Господи, это Мари Ламбер «When You Sleep». И история заключается в том, что я вам только что очень хотела заснять видео, но только сев перед камерой, я поняла, что я не могу говорить. Я не могу ничего сказать. Такое ощущение было, что я и не хочу ничего говорить. Было ощущение, что я хочу молчать. Знаете, сидеть перед камерой и просто молча смотреть на себя, смотреть на то, как я меняюсь, смотреть на то, что со мной случилось, смотреть на то, как я изменилась. Наверное, это странно звучит, и это странно даже осознавать, но я так редко смотрю в зеркало, и так сейчас редко стала думать о чем-либо. И это очень странно, потому что я начала зацикливаться на тех вещах, на которых я больше всего не хочу зацикливаться. На деньгах, которые надо заработать, на еде, которую нужно купить и приготовить, на каких-то абсолютно бытовых вещах, на которых не нужно концентрировать столь сильное свое внимание. В первую очередь нужно думать о том, как мне кажется, представлять картину того, что ты хочешь получить от своей жизни, какие вещи ты хочешь попробовать, чем ты хочешь вообще жить в принципе. Насколько настойчивым ты готов быть ради своей цели. И я случайно зашла в группу сейчас и случайно включила первую песню. Мне понравилась картинка. Я вздохнула. Я правда вздохнула. Дело в том, что всю эту неделю я каждый день работала. Каждый день. Понимаете? А это достаточно тяжело морально. И я чувствовала, знаете, недостаток какой-то, что, ну, недостаток чего-то во мне. И тут я вздохнула, я расслабилась. Насколько правильна фраза того, что нужно менять именно отношение к вещам. Порой даже не сами вещи, когда мы не можем этого сделать. И почему мы не можем принять этот факт, что мы окрашиваем вещи, дела, людей, события, все что угодно, в те цвета, которые мы сами для себя запрограммировали. Когда мы уже наконец поймем, что все зависит от нас? Когда вы поймете это? Когда я это пойму? В полной мере и в полной возможности. Все, что мы делаем, все, что говорим, о чем мечтаем, все зависит от нас. И если мы запрограммировали себя на что-то, то так и будет происходить. Только потому, что это сидит в нашей голове, и это все оттуда исходит. Когда мы уже поймем, что все, что мы делаем, это то, что мы когда-то решили сделать. Когда мы уже научимся рисковать, когда мы уже научимся идти навстречу себе, понимать себя, думать о себе, чувствовать себя. Когда на нас уже дойдет то, что это намного важнее, чем какие-то глупые вещи. Когда мы уже поумнее, повзрослеем, научимся принимать нашу жизнь такой, какая она есть. Ценить ее просто за то, что она есть. Наслаждаться ей. Когда мы уже научимся не страдать, а наслаждаться. У меня бывали случаи, когда я шла, неважно, была у меня музыка в наушниках или нет, и я иду, и я улыбаюсь. От того, что просто вижу людей. От того, что вижу эти прекрасные здания. От того, что слышу эти невероятные, непередаваемые звуки. Пусть это будет машина, налитый кофе, пролитый кофе. Это невероятно, насколько природа это все создает, насколько люди это все подхватывают, и насколько мы являемся частью всего этого. Пожалуй, это видео ни о чем, но просто я хочу вам принести немного, возможно, добра. Просто чтобы вы посидели и немножко расслабились. Расслабились от вашей рутины, которая порой вас надоедает. Возможно, вы готовитесь к экзамену. Возможно, вы так же, как я, поступили, и у вас сессия. Расслабьтесь на минутку. Подумайте о том, ради чего вы это все делаете. А если вы чувствуете, что не ради чего, то найдите то,
Ради чего вы готовы сделать все, что угодно? Ради чего вы готовы пожертвовать всем, чем угодно? Найдите это и делайте это. И наслаждайтесь этим. Вчера я работала очень-очень много. Я работала весь день. Затем я пришла домой, мне еще нужно было учить экзамен. И после всего этого я чувствовала огромную усталость. И утром я решила, что я очень-очень-очень сильно хочу все-таки сделать для вас видео. И когда я его делала, оно тоже было разговорным, я расслабилась. Я получила реальный кайф от этого. И я поняла, что, наверное, я делаю правильные вещи. Наверное, это правильно, что я веду канал. И даже, знаете, слово «правильно» не совсем уместно. Скорее, я рада, что я когда-то начала. Я рада, что у меня есть возможность просто вот так вот поговорить сейчас с вами. Просто рассказать о том, что я чувствую. Потому что иногда, думаю, вы замечали, есть определенные моменты, когда очень хочется высказать. И потом, даже когда вам кажется, что вы будто бы повторяете вашу мысль, которая была так когда-то, она совсем иная. У нас совсем другая атмосфера нашей души в другой момент, чем сейчас. И, наверное, мне просто хотелось высказаться. Просто сказать о том, что я... Мне кажется, я стала уютней. Сама по себе, внутри себя. Возможно, щедрее, открытий. Не знаю. Это очень странно описывать себя. И еще, когда я, например, с кем-то нахожусь, и кто-то просит обо мне рассказать, себе рассказать, я поворачиваю голову, например, на еще одного моего знакомого, и всегда говорю: расскажи обо мне. Потому что, мне так кажется, будет намного объективней. Интересно. А как вы себя описываете, когда вас спрашивают об этом? Сами ли вы что-то говорите? Потому что я всегда не знаю, что сказать и с чего начать. Я просто люблю становиться лучше. Я люблю говорить. Я люблю душевные посиделки. Люблю улыбаться. Люблю обниматься. Люблю дарить улыбки. Дарить счастье. Дарить спокойствие. Душевное спокойствие. Мне пора научиться рисковать, как мне кажется. Хотя, может быть, я и рисковый человек. Меня, кстати, часто спрашивают про стеснение. Про тот момент, когда я жила в общежитии, и мы все мылись в одной ванной. В одном душе, не знаю, как это назвать место. И это странно. Почему вы стесняетесь своего тела? Это же ваше тело. Оно на 99% зависит от вас. Как вы себя ведете, какую позицию жизненную придерживаете, как питаетесь, сколько воды пьете. Как вы к этому вообще, в принципе, относитесь? Потому что если в голове сидит то, что вы, например, толстый человек, то вы и будете толстым человеком. Все, что у вас есть, это результат ваших мыслительных процессов. И пора уже настраивать свою мысль так, как вы хотите ее получить. Какой результат вы хотите получить? И, знаете, мне порой кажется то, что вот то, что я сейчас в Питере нахожусь, то, каким человеком я стала, это все благодаря тому, что я хотела быть таким человеком, какой я сейчас. Я хотела купить эту помаду. Я очень долго о ней думала. И смотрите, она на мне. Помните, я всегда с ней ходила и радовалась. Я сейчас тоже безумно рада. То, что я могу просто ее взять, она мне всегда стоит и накрасится. От этого хочется улыбаться, если честно. Часто вы спрашиваете, откуда у тебя столько позитива, столько энергии. Это внутренняя энергия. И я хочу быть тем человеком, который светится, который улыбается, который даже на проблемы улыбается. Потому что, черт, они есть у всех. Все как-то с ними живут, все как-то их решают, все по-своему. Важно, как вы к ним относитесь. Проблема — это просто какое-то событие, которое сейчас началось и когда-то скоро закончится. Или не скоро, но закончится. Поэтому просто принять и полюбить. Так же, как и дело, которым вы занимаетесь. Принять и полюбить. Так же и того, чего вам не хватает. Просто принять этот факт и полюбить его. За то, что вы есть, за то, что у вас просто есть возможность это чувствовать. Понять и полюбить. Мне нравится этот раз. Знаете, бывало ли у вас когда-то желание просто дышать, просто сидеть? Просто ничего не делать. Просто расслабиться. У меня сейчас такое желание. Просто расслабиться.
Всем хорошего дня, всем спокойствия, всем сердцем желаю, чтобы вы именно занимались тем, что вам нравится. И помните, все, что вы хотите, все, что вы желаете, все вот здесь вот. И как только вы настроите себя, так это и начнет все сбываться.